Начнем выпуск с главных тем. В Каякенском районе обнаружили незаконную свалку площадью в 1 гектар. Она расположена на землях сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства рекомендовали администрации села, где расположена свалка, ликвидировать все нарушения. Было обследовано административную территорию Сагасидейбук. Было выявлено свалка бытовых производственных отходов. Написан акт обследования земельного участка, отобран отбор пробы. В результатах выявленных нарушений дано предостережение. После ответа, полученного в лаборатории, будут приняты меры.